Всем привет, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такие вот влажные салфетки Soft. Появилась у нас новая упаковка, здесь у нас теперь единорожки, то есть были у нас барашки, овечки, и также у нас теперь тут 130 штук. То есть, в принципе, у меня уже обзор был на эти салфетки, но он был именно тогда, когда было 140 штук. А сейчас, вроде как говорят, поменялись они, и меньше размером стали салфетки, и качество не очень. Поэтому я решила записать обзор и проверить его вместе с вами. Так, вот давайте проверим. Это вот старая пачка. Еще не открывалась. На старой пачке крышечка другая. Здесь гораздо меньше крышечка. И старая пачка, она выглядит побольше размером. Ну да, она размером больше, конечно. Она, в принципе, сама помассивнее. Это вот как-то более компактная. То есть, ну, так вот. Давайте ее посмотрим. Здесь 130 штук, то есть 10 штук не хватает. Это немножечко обидно. Так, давайте ее откроем и посмотрим, что же тут в ней такое есть. Вот она заклеена. Тоже заклеена. Так, возьмем салфетку. Пахнет ароматно. Так. Ну, она, кстати, довольно сухая, но, если честно, я покупаю для ребенка, и поэтому я их заранее смачиваю. Тут прям открываю вот так туда. Кстати, открывается она очень тяжело. Открываю туда, вот так вот поднимаю, то есть тут кармашек получается, заливаю туда воды много, выжимаю несколько раз, и только потом я протираю попку ребенку. Вот. Открывается она хорошо. А, нет, хотя. Нет, она тяжело реально открывается. Так. Это у нас вот эта салфетка, да? Что тут по качеству? Ладно, пока я не буду ее растягивать. И также возьмем вот они, наши салфетки, которые мы уже пользуемся с ребенком. И возьмем их. Посмотрим. Ну да. Ну да, они по размерам, конечно, отличаются. И размер у них, конечно, уменьшился. Видно, да? То есть вот тут где-то сантиметра полтора. И качество. Качество здесь, видите, тут меньше дырочек. Вот она, тут дырочка, тут, а тут прям их много. Качество, конечно, другое. Давайте их еще проверим по ширине. Да, по ширине тоже. Отличается, вот видно, то есть, ну, старые, да, действительно, они гораздо больше были и качество лучше. Они у меня прям вот, видите, мокрые. Рука у меня мокрая, я их мочу. Так что если вам достали салфетки сухие, просто залейте туда воды и все. Так, давайте попробуем салфетку растянем. Она тянется, кстати, очень хорошо. И появляются сразу дырочки. Много-много дырочек. Вот. Ну, примерно так же. Но, конечно, предыдущие салфетки были качеством гораздо лучше. Но, к сожалению, на всю жизнь не накупишь салфеток. Поэтому будем пользоваться тем, что есть. Все равно здесь больше дырок, чем тут. Тут тянется прямо хорошо. Тут она тянется, как-то сжимается, кстати.
Хотя тут тоже так же, но она хорошо прям тянется. Их можно вытянуть, в принципе, прям очень-очень хорошо и использовать, например, как бинты где-то в путешествии. То есть, ну, я когда-то так пользовалась, поэтому знаю. Вот, в принципе, он может быть и бинтиком, и можно вот уже перемотать там. Все, у вас там пару там пальцев забинтовано. Она прям мокрая. В принципе, вот такой у нас с вами был обзор. Да, давайте еще одну достанем. Может быть, это у нас какая-нибудь плохая просто была. Нет, они все абсолютно одинаковые. Очень много дырочек. И, конечно, она гораздо меньше. Уже, честно говоря, не настолько удобнее. Все-таки привыкаешь побольше. Вот. Ну, в принципе, она... Не больно прям рвется. Ну, нормально. Как дешевый такой материал сойдет, наверное. Напишите в комментариях, какими салфетками пользуетесь вы из именно недорогих категорий. И я попробую в следующий раз сделаю обзор на другие салфетки. Потому что покупать дальше эти, я не знаю, есть смысл. Они уже и маленькие, и много дырявые, я не знаю, насколько они нам будут помогать. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Также смотрите наши другие ролики, наши влоги, как мы живем с сыночком, путешествуем, развиваемся, гуляем. Также смотрите наши кулинарные рецепты, живопись, и там, короче, много-много всего интересного. И также будет в конечной заставке ссылочка на такие же салфетки, предыдущие я делала обзор. Посмотрите, может быть, будет интересно вам. Может быть, они еще появятся, кто знает. Я надеюсь очень на это. И всем пока-пока, с вами был канал Art Mania.